сегодня. Во многих городах вышли протестующие. Сейчас идут прямые репортажи о затык. Очень много видео есть в сети, которые показывают, что сегодня народ Казахстана проснулся. Мы долгие годы ждали этого дня. Мы последние 2 года активно работали над тем, чтобы разоблачить этот режим, показать лицо режима, объяснить, кто вверг пучину проблем наших граждан, нашу страну, кто ворует миллиардами. И, наконец, сегодня наступил тот день, когда мы делаем шаги к нашей независимости. Тысячи людей сегодня открыто вышли на площади нашей страны. В Астане было шествие, в Астане люди озвучивали наши лозунги, требовали честных выборов. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.